Доброе утро, уважаемые подписчики. Саша Маэстро. За кадром ситуация такая. Все говорили, что я бросил пить только до ближайшей зарплаты. Так вот, вас хочу огорчить. 24 февраля трезвый еду. Был в гостях у подписчицы Галины, которая вот подарила мне телефон, на который я сейчас снимаю видос. Еду из Подмосковья, Красноармейск, город. Еду на работу. Там есть у меня полчаса, сейчас заеду на совок. Денежки еще остались, получил зарплату, купил себе одежду. Заеду, накормлю ребят, которые там остались. Так что всем респект и уважуха. Вот такое вот здесь место, заповедник. Лосей, правда, не вижу. И оленей. Но красиво, красиво. Отдохнул прям, очень приятно, здорово. Вот, всех с прошедшим, мужчин, с праздником. Берегите себя.